Их знают по именам, узнают по голосу. Они – народный выбор, создатели хитов и номинанты премии. С утра до вечера звезды готовятся к главному музыкальному событию года. Их номинировали на премию слушатели радио и зрители ТНВ. Старались это целый год, очень много песен записали, ротировали и на Болгарадиуса, и на канале ТНВ. И вот так тихонько-тихонько мы, скажем так, народ стал... начал принимать. Да. В этом году записали два клипа, но «Лаберса-Лаберса» потихонечку мы будем их уже выпускать. Как и в предыдущие годы, артистов ждут такие номинации, как «Народная любовь», «Семейный дуэт», «Неповторимый голос». Всего 30 наград. Статуэткой Алтон Йылдыз отметит популярных исполнителей. Для лауреатов премии это источник большого вдохновения и огромный стимул. Она очень престижна на татарской эстраде. Репетиции в Ахтанда? Я выйду на сцену в очень трогательной номинации. От ее названия наворачиваются слезы на глаза. Мне кажется, это мечта любого артиста. Второй год подряд церемония пройдет в режиме онлайн. Вручение национальной премии – это не просто концерт, но и красочное шоу. Поэтому и подготовка соответствующая. За все время нам всегда удавалось быть особенными. И каждый год я загадываю одно и то же желание. Чтобы все прошло без сучка и задорки, чтобы все было хорошо. Артисты, безусловно, скучают по зрителю, и это чувствуется и за кулисами, и когда они выходят работать на сцену, и от них еще большая отдача идет. Большой концерт покажем на наших телеканалах ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. Прямая аудиотрансляция на волнах Болгарадиуса. Начало в 6 вечера. На церемонии разыграют смартфон среди зрителей и слушателей. Надо отправить слово «Милли» на номер 5522. Ведущие позвонят одному из зрителей и зададут вопрос о премии. Так что смотрите внимательно. Рамиль Галиуллин, Алия Хайрудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.